Всем привет, ребятки! Сегодня я покажу финку топового бизнеса на проекте Amazing Holy Play. Это СТОшечка, в которой финка за неделю составляет 100 миллионов рублей. А сколько за месяц, вы узнаете в этом ролике. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я уверен, что такой финки вы еще не видели, это эксклюзивчик, поэтому покажите реально очень хорошую активность. Ну а если в начале игры ты хочешь немножко получить денежку, то конечно же вводи мой промокод, промокод Полканов, можно вводить на любом серваке, за этот промокод вы получите 300 тысяч рублей. Вся информация есть в описании под видео. Напоминаю, ребятки, то, что передача аккаунта запрещена, за это вы получите либо бан, либо деактивация аккаунта, поэтому с этим лучше не шутите. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, ребятки, как вы помните, я записывал видео про аккаунт Максима, то есть аккаунт донатера, и я вам не показал финку, и сегодня будет продолжение того ролика, вы реально будете просто в шоке, я думаю, по названию ролика, либо по превью вы уже все поняли. Ну что ж, как вы помните, вот этот бизнес, вот тот самый бизнес, который сегодня мы будем обозревать. Ну точнее, обозревать мы его не будем, мы будем обозревать его финку, потому что, как я и сказал в прошлом ролике, где я обозревал этот аккаунт, я вам ее не показал. Если бы я показал это в том ролике, я думаю, мало бы кто на это обратил внимание. И самое интересное просто, это финансовая статистика за 30 дней. Вы просто, блять, посмотрите на эту финку. Это просто пизда. То есть, да, она не всегда такая, но, блять, это просто пиздец. Понимаете, 26 миллионов за день. Вот я думаю, вы теперь понимаете, почему я решил записать по этому поводу отдельное видео, потому что это жестко, блин. Давайте просто посчитаем, сколько он вот принес, допустим, за неделю. Ну что ж, ребятки, я, короче, посчитал. За неделю 95 миллионов. То есть, кто не понимает, у меня, допустим, бизнес от 100 до 150 миллионов. А здесь просто бизнес принес за неделю чистыми. Это с продуктами, потому что продукты сюда возили каждый день. То есть, я считаю это достойно, и именно поэтому я решил записать отдельное видео, чтобы вам это просто показать. У меня максимальная финка была самая большая. Это 12 миллионов рублей. Это самая большая финка, которая была у меня за все время. Короче, давайте я вам еще раз покажу финку. Просто закрепим результат, просто запомните эту финку. Сейчас я зайду на свой аккаунт, покажу вам свою финку, просто сравним. То есть я не знаю, сколько он за месяц приносит, я не буду считать. Я думаю, 200 лямов точно здесь будет. Хочу еще, ребятки, заметить то, что это 0.2 сервак. Это второй сервак, на котором онлайн там 400-500 человек иногда. То есть здесь онлайн маленький, понимаете? Вы представьте, какая финка, допустим, на 0.1 серваке, на 0.3. И сейчас мы посмотрим финку моего бизнеса, который считается самый топовый после Анашана. То есть среди СТОшек на первом месте получается Анашан, на втором месте Арзамас, на третьем месте Южный и на четвертом месте Батырева. И сейчас просто сравним финку, и вы сами просто поймете, то, что Анашан это реально имба. Ну что ж, подписываем команду Бусинес. И давайте посмотрим. За сегодня у меня 300 тысяч. Смотрим статистику за 30 дней. Я давно ее не показывал, то есть многие давно мою финку не видели. Я думаю, то, что увидите, разница прям серьезная. То есть мне кажется, то, что вся финка реально просто в анашан летит, блядь, и пиздец. Да, бывают там моменты такие вот, 8 лямов, 7 миллионов. Но как бы у Максима реально финка намного больше. К примеру, я заработал там за неделю 35 миллионов. А Максима СТОшка заработала за неделю 95 миллионов. Так, пупсик. Дай мне свою финку, но мне для ролика, давай, кидай. Короче, ребятки, вот получается Николай Адигамов, у него СТО в городе Южном. И давайте мы вам просто покажем, сравним финку. То есть вот получается 1 миллион у него, 730 тысяч, 2 миллиона, лям 300, лям 900, 2,6, 7,8, 3,9, 1,7, 5 миллионов. То есть, ну... У него финка поменьше у меня, то есть не намного, но поменьше. Ну, короче, там двадцатка. Допустим, у него за неделю, видите, 20 миллионов. У меня за неделю 35, у Максима 95. Но всегда, ребятки, финка вся разная. Я считаю то, что, ребятки, собрал для вас очень интересное видео, то есть я вам показал просто бешеную финку, то есть вам такое никто не покажет, ребятки, реально цените просто это, просто цените, вам никто финку СТОшек никогда не покажет, понимаете, по факту все это скрывают, то есть если вы, например, зайдете, скажете, пацанчику, покажи мне финку, ебать, никто вам не покажет, понимаете, зайдете на другой сервак, там, на пятый, все скрывают просто финку, я вам показываю, рассказываю то, что вам просто никто не расскажет, поэтому я надеюсь на ваши лайки, на ваши подписки. Всех обнял, приподнял. Всем пока-пока.